неопознанный объект свалился с неба во время грозы. Это произошло в американском городе Сан-Антонио. Нечто размером с двухэтажный дом просто выпало из грозовой тучи. Лично я верю в то, что мы здесь живем, на Земле, не как пупы Земли, человечества. Я верю, что есть некая цивилизация, которая выше нашей. Поэтому этой цивилизации хватает ума и возможности не появляться нам на глаза. Иногда бывает сбой. И да, мы можем фиксировать что-то. В 2020-м зафиксировано невероятное количество неизвестных науке существ. Что же происходит со страной восходящего солнца? Она катится в пропасть? Местные демографы дают пугающие прогнозы. Если мода на одиночество не пройдет, нация вымрет. Кстати, тренд на одиночество уже начал распространяться по всему миру. То, что происходит с Японией, это определенный тренд того, что происходит вообще с высокотехнологичной страной как таковой. А вот вынужденное вот это одиночество с отрицательным окрасом, да, это участь искусственного мира, в котором мы живем. Мира, в котором мы пытаемся убежать от себя за этими бесконечными гаджетами. Это действительно проникновение других цивилизаций в нашу жизнь. Возможно, по ошибке. Состояние комы – это все-таки не состояние смерти еще пока. Поэтому к всевозможным воскрешениям я отношусь с пониманием. Как бы то ни было, временная смерть – это еще не самая сложная загадка природы. Оказывается, о формах жизни на Земле ученые тоже знают далеко не все.